YouTube выложили в интернет очередное видео, на котором мальчик 10-летний. Хочу, чтобы люди воевали друг с другом. Не хочу, чтобы дети болели. Не хочу, чтобы пенсионеры голодали. Я желаю дарите свет и добро. Терроризм нельзя делить на свет и чужой. Мы должны объединить свои усилия в борьбе с ним. Терроризм – это страшное слово. Это боль, отчаяние, страх. Терроризм – это гибель живого. Это крики на детских губах. Это смерть ни в чем не повинных. Стариков, женщин, детей. Это подлое, злое деяние озверевших, жестоких людей. Терроризм – это язва на сердце. Боль всех народов земли. Мы помянуть всех погибших сегодня сюда пришли. Погибших во время терактов, убитых в Беслане ребят, взорванных в самолетах, в Чечне погибших солдат, застреленных при захватах на всех континентах земли, чья кровь пролилась безвинно, чьи жизни от нас унесли. Зажжем поминальные свечи, на миг все друзья замолчим, их души с небес нас видят, мы память о них сохраним.